Всем привет, с вами Морпех. Сегодня у нас матч с Автодором. И мы продолжаем общаться с болельщиками. Сегодня у нас тема спортивной аналитики. Мы пообщаемся с болельщиком ЦСКА, а также аналитиком Алексеем. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуй, Денис. С удовольствием расскажу свои мысли. Какие ожидания от сегодняшнего матча с Саратовым? Прежде всего, конечно же, это результативный матч. Поскольку Саратов всю свою историю так исторически сложилось, он играет от атаки. Соответственно, внимание на оборону при любом тренере, даже при Пашутине, не такое большое. Саратов пропускает в среднем 83 очка за игру, насколько я помню. Мы, в свою очередь, набираем 87 плюс очка. Соответственно, ситуация, когда одна команда много набирает, другая команда не очень хорошо защищается, мы вправе, как мне кажется, ожидать 90 плюс очков от нашей команды. Красивая игра будет, да? Я думаю, да, конечно. Как всегда, потому что ЦСКА всегда будет первым. Вань тоже оценил Винлайн Сидс. Да. Можно мне туда перенести его? Нам что-то ждать сегодня от Ивана Зайцева? Надеюсь. Каспио Бейл. Почему? Ну, он не знал. Но он в МБЛ играл, нормально так. И вообще он крутой. Что он умеет делать лучше всех? Мне кажется, обыгрывать. Просто маленький и просто очень быстрый. Номер 24, Амат Мбей. Самый лучший игрок, мне кажется. Будет мяч хорошо, почти все закидывает. Может танк забить. Вот хорошее отличие. Каждый раз, когда мы приходим на Винлайн Сидс, я понимаю, что я сижу на самых крутых местах. Матч смотрится с огромным интересом. Сегодня ЦСКА будет первым. Такая защита плотнее стала, как будто бы, я не знаю, они провели работу над ошибками и сейчас насытили прям краску очень сильно. У них очень сложные атаки, Автодор вообще ничего не может забить. Да, как он сверху добавил, ты видел это? Это жестко просто, я всегда тащусь в таких моментов. Они бывают редко, но очень ярко. Каспер за 2 минуты до конца говорит нам второму тренеру Марка, типа, почему я сижу, и попросил меня в офисе, все благодаря нему получилось. Soon as we got the lead, yeah, I was telling the coach, hey, put the young guys in, you know, he works hard, he deserves his opportunity, so I was happy for him. А потом парни на площадке говорят, будем играть под себя, бросай, не бойся, промахивайся, делай все, но набери первую очку. Получил мяч. Пошел под кольцо, хочет набрать первые очки в единой лиге ВТБ. И у Ивана Зайцева это получается сделать. Ну вот в начале, когда ты выходишь на замену, ты чувствуешь волнение, какой-то легкий мандраж, у тебя все тело колет. Потом, когда уже выходишь, ну я лично, когда забил, я уже почувствовал такой адреналин, такой ажиотаж, что хотелось больше. Простало получается.
Сделал на Мелу, перед Мелу открыта лицевая, Сергей Клюев, первые очки за ЦСКА. They practice all the time with us, you know, they work just as hard as us, so for them to get that chance to play in a game like this is very important, and I like to see that, and I want to see them grow. Ну что, Алексей, поздравляю с победой. Все произошло именно так, как вы и говорили. Прежде всего, это связываю с тем, что команда «Автодор», что называется, выдохлась. Да? Их приехало 11 человек, не было пушицы. Мы быстро, надо сказать, достаточно быстро посадили на фолы их лидера Хэммонса, во многом благодаря нашей передней линии. Соответственно, ротация еще больше укоротилась. Я бегал, посмотрел, ну, матч только закончился. По статистике у них трое игроков сыграли больше 30 минут, один игрок около 28. Конечно, тяжело физически тащить матч ЦСКА таким ограниченным ростом. Поздравляю и Клюева с дебютом. У Зайцева уже не дебют, но, тем не менее, то, что он набрал очки, мне кажется, для команды, для него самого это приятно. Надеемся на дальнейший успех. Спасибо. Хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА и клуб с наступающим Новым годом. Больше матчей в Москве не будет, к сожалению. Но живем в таких реалиях. Надеемся, что 18-го, по-моему, января все встретимся. Всех приглашаю. С наступающим Новым годом! А мы видим.